Новая линия заменила устаревшее и уже изношенное оборудование. Ее ввод позволит существенно повысить качество обработки продукции. А инновационные разработки, применяемые на линии, позволят значительно снизить энергоемкость технологического процесса. Без малейшего сомнения можно заверить, что в данном случае цели оправдывают средства. А стоит новое оборудование действительно немало. 3 года этот проект занял. От идеи до реализации заняло 3 года. 1,5 из них мы потратили на проектирование, на выбор оборудования, которое нужно, которое будет удовлетворять всем требованиям, и потом реализация этого проекта. Он почти обошелся в 3 миллиона евро вместе со строительством, но то качество, которое получится в итоге переработки, оно себя окупит сполна. Чтобы работать в рыночных условиях, современным производителям необходимо постоянно развиваться, иначе очень быстро они уступят позиции своим конкурентам. Новая линия по обработке туш на Брестском мясокомбинате уже успела себя оправдать, несмотря на то, что внедрена в производство чуть меньше недели. Физически, в принципе, уже сейчас у нас точно нет никаких проблем, потому что, соответственно, вы же видите сами, все оборудование, все как бы так хорошо. И намного легче нам стало работать. На современном рынке выигрывает тот, кто опережает своих конкурентов новыми идеями и технологиями. И очень легко сдать позиции, если не заглядывать вперед и не учитывать предпочтения покупателя. Руководство Брестского мясокомбината не собирается останавливаться на достигнутом. Напротив, они намерены развиваться и дальше, угождая своей продукцией тем, кто хоть раз ее выбрал.